Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня у нас обзор, целый пакет баночек, пустых баночек от Oriflame, 29 штук на 368 баллов по текущему каталогу, по сумме 24 314 рублей, а по дистрибьюторской цене 19 451 рубль, огромная экономия. 5000 получается экономия, слушайте, ну это круто. Еще раз убеждаюсь, как выгодно иметь дисконт в компании, чтобы экономить деньги, потому что продукции нужно много, и чем ходить в магазин за продукцией, тем более я постоянно мониторю цены в магазине, сравниваю с ценами каталога Oriflame, понимаю, что у нас цены классные, учитывая, что еще и продукция проверенная временем. Ну, будем по порядку рассматривать, что же у меня здесь. Тут столько баночек, много. Сухой шампунь серия Hair X. Есть два варианта шампуня. Это для жирных волос, а есть еще для тонких волос. И вот этот для жирных волос, он очень эффективный прям, но он такой вонючий. Кто-то пишет, что нравится запах. Я вот просто не могу. Особенно вот этот момент, когда уже вроде бы он должен испариться, а от волос пахнет, так там что-нибудь волосами тряхнешь, проведешь рукой, и этот аромат бьет в нос. Слушайте, ну вот я прям не могу им пользоваться, делаю это крайне редко. Брала себе сиреневый, он вкусно пахнет, но он не такой эффективный, то есть для меня как бы от него толку совсем нет, что брызгало, что не брызгалось. Давайте сразу большие коробочки достанем. Это Wellness, кстати, классная парочка, это коктейль для перекуса, для здорового перекуса, большая коробка ванильный и wellness pack женский, и если их пить вместе, то эффективность витаминов вырастает многократно. Их даже рекомендуют пить именно вместе, а не выбирать взять витамины или коктейль. Но на самом деле я сама так не делаю, коктейль пью не каждый день, но стараюсь пить, особенно сейчас, когда у нас такое крутое предложение. Сейчас сразу извлеку со дна эту банку. Да, больше wellness нет. Когда сейчас такое крутое предложение, при заказе любого wellness пэка, мужского или женского, вот эта огромная банка коктейля для стройности, для контроля веса, даже вот именно не для стройности, а для контроля веса, идет всего за 1 рубль. Кстати, обсчитали в общую сумму, на самом деле по полной стоимости, то есть экономия получается еще больше, потому что в каталоге он стоит более 5000, вот эта банка, представляете, а я получила всего за 1 рубль. Сейчас у меня в руках шоколадный коктейль, а открыли уже ванильный. И если вы зайдете в свой заказ и будете добавлять витамины плюс код коктейля, именно шоколадный, он уходит в резерв. Не во всех регионах он есть на складе, но он резервируется. И как только появится, вам его вложат в заказ всего за 1 рубль. Поэтому пользуйтесь этой возможностью. Коктейль очень вкусный, полезный, самое главное, питательный. Он заменяет как раз один прием пищи. Если вот тот коктейль, это просто как легкий перекус на какое-то время небольшое, ну просто чтобы не съесть какую-то плюшку, да, какую-то ерундушку, а чтобы действительно принести пользу организму, то да, его как раз и будем брать. Так, сейчас у нас пойдет тут все в перемешку, ну ладно, пусть будет перемешку. Это маска для волос серия мед и молоко, Milk and Honey, такое название классное. Маска шикарная, вот даже пустая баночка будет пахнуть очень долго, такой аромат приятный. И если у вас волосы сухие, ломкие, осветленные, вот как у меня, то эта маска вам идеально подойдет, потому что она круто питает и восстанавливает волосы. Если же волосы быстро жирнятся, то маской можно тоже пользоваться, наносить вот только на кончики. Ни в коем случае не наносите вот сюда, на верхнюю часть. Кстати, у меня волосы сухие, поэтому я наношу маску целиком на всю длину и кондиционер. И при этом у меня не жирнятся они, я 3 дня совершенно спокойно хожу вот с распущенными волосами, либо делаю какую-то прическу, мне очень комфортно. Но мы все разные, и волосы у всех разные, поэтому как бы нельзя так вот сказать, что всем одинаково все подойдет. Нужно пробовать, подойдет вам или нет.
Это один из моих любимчиков. Если я буду записывать топ-10 в ближайшее время или через 10 лет, то это средство всегда будет в топе. Потому что только это средство, двухфазная жидкость для снятия водостойкого макияжа, полностью справляется с моим многослойным макияжем, потому что я крашу тени, обычно это 2-3 оттенка с подложкой. У меня внизу подводка, карандаш, тени, стойкие тени. Сейчас вот у меня очень яркий макияж, у меня сегодня была фотосессия, поэтому я прямо вот сделала классный макияж поярче. И стрелки, и ресницы 3-4 слоя. Ни одно средство не справляется. Даже гидрофильное масло не может удалить весь мой макияж. Мицеллярная вода и подавно не справляется. А это средство любой макияж убирает на раз-два. И мне нравится, что оно такое жирненькое. Если вы посмотрите на бутылочку, то видите вот такие капельки вот здесь, вот везде они так по всем стеночкам распределяются. То есть вот такие капельки жирненькие. И я когда умываюсь, у меня кожа уже сразу такая увлажненная и мягкая, то есть снимая такой сложный, это объемный макияж, я не растираю кожу, не перетруждаю ее, не перегружаю, не пересушиваю, то есть прям одни плюшечки. Но я знаю, что не всем это средство нравится, поэтому вот как бы мне нравится. Если вам не нравится, то нужно подбирать что-то другое. Слушайте, от зубной пасты даже футлярчик остался. Обычно я их всегда выкидываю, а в этот раз кто-то положил в пустые баночки. И молодцы, потому что зубные щеточки меняем в среднем через 2 месяца. Миша каждый месяц меняет, потому что у него они... Он берет жесткую, ему такую синюю беру, и она у него момент такая становится. У меня щетки долго служат, у меня чувствительные зубы и десны, поэтому я вот так вот прям вот не деру их, я аккуратненько делаю массаж, не перетруждаю. Слушайте, это надо же, я думала, я его выкинула, потому что вряд ли кто-то помнит этот продукт, я даже сейчас посмотрю срок годности. До февраля 2015 года, то есть уже сейчас 22-й, 7 лет назад уже нужно было выкинуть. А вы знаете, а я использовала и брызгала его на ноги. Слушайте, такой обалденный спрей для тела. Кстати, спреи для тела очень люблю и часто ими пользуюсь после душа. Я прям их распыляю в воздухе и вхожу в это облачко. Здесь инжир и лаванда. Вы не представляете, как это было вкусно. Он немножко такой рисковатый, такой с горчинкой, такой, знаете, прям вот, ух, прям природный аромат, классный, без всяких вот химикозностей. Настолько он чистый, прям вот лаванда и инжир. Слушайте, о, шикарный. Я им ноги брызгала в последнее время, вот добрызгала до конца. Мне нравилось просто, представляете, так ножки пахнут очень вкусно. Так, еще вот этот гигант, слушайте, а здесь еще так много средств, а я его вот так вот, знаете, перевернула. Я думала, я все вылила, а потом, видите, он вернулся назад, и тут еще осталось. Так что мы его доиспользуем, не выкинем его так сразу. Это гигантский гель для душа, 750 миллилитров. Он очень вкусно пахнет, по-моему, «Джунгли Коста-Рика» называется, серия «Дискава». Во-первых, у него классные вот моющие средства, то есть им купаешься, и кожа вот чистая такая, прям вау, приятно. Но еще этот аромат, то есть он такой вот вкусный, такой приятный, какой-то экзотический. Я его очень люблю, поэтому тоже всегда рекомендую брать серию «Дискавер». У нас... А вот еще закончился гель. Мне почему-то вот эта серия вообще не впечатлила. Даже видите, водичку кто-то налил, ополаскивали до последней капли. Вот вообще не впечатлил. Хотя красивые названия, там ароматы разные, пион. У меня сейчас в руках грейпфрут. Аромат классный, он такой ненавязчивый, тоже чистый аромат. Я говорю, когда чистый, это, вы знаете, иногда бывает нюхаешь, и вот прям какая-то химикозность. Я в магазинах, когда есть возможность что-то подегустировать, попробовать, и прям вот, ну, химия. Эти вот чистенькие, вот можно перепутать с реально, как будто дома грейпфрут разрезали, пахнет какими-то фруктами экзотическими. Но вот сказать, что я в восторге от этого геля, вообще нет. Ну, ни капельки, нет у меня такого прям вау-вау. Что удобно, то что крышечка вот так классно открывается. Я не люблю, когда откручиваются крышечки.
Больше ничего не могу сказать, но знаю, что он нравится людям. Заказывали там целыми коробками, люди берут. Ну, у меня своеобразное, наверное, просто к этому отношение, поэтому это так. Краска для волос. Сейчас я крашу волосы примерно один раз в месяц всего. Редко-редко бывает, что 3 недели, это если какое-то мероприятие вдруг, вау, а у меня уже корни отросли достаточно сильно, поэтому я могу и пораньше покрасить. Но благодаря тому, что светлый оттенок, сейчас даже когда корни отрастают, не видно. Мне, знаете, было так приятно. Кстати, оттенок 9.0. Я недавно делала кератиновое выпрямление волос. Мне очень нравится эта процедура. Вот второй раз в своей жизни сделала. Волосы прям как шелк становятся. Такие классные, расчесываются, такие напитанные. Нет вот этих вот, знаете, кончиков таких вот скукоженных, как голову помоешь, и думаешь, как же их привести в порядок. А вот вымыла, тряхнула головой, маслом намазала и все. И вы знаете, мастер, когда я ей сказала, как же получилось... Она похвалила мой цвет волос, она, вау, какой цвет, она прям такая, вообще шикарно, ну надо же, первый раз такое вижу, еще такие длинные. И потом как-то говорим, я так между делом, а я окрашу 9.0 оттенком. Она такая, в смысле, у тебя что, волосы окрашены? Я говорю, да, я говорю, неделю две назад красилась. Не может быть. И потом такая присмотрелась, говорит, слушай, правда, корни чуть-чуть вижу, но если бы не сказала, я бы никогда не подумала, что это не натуральный цвет волос. Настолько вот все, говорит, классно, гармонично. Они такие живые, классные. Я говорю, ну вот, вот крашу с краской Oriflame. Чему она тоже удивилась, говорит, Oriflame? Ой, ой. Забирай. Это iPad? Да. Zoom. Leroy Merlin. Продолжаем разговор. Так, если уж говорим про волосы, то здесь еще вот попался кондиционер, тоже серия HRX. Я обожаю эту серию. У нас, кстати, недавно батл такой был с подружками, потом в чате написали. То есть так интересно совпало, вот на одну тему пошли разговоры везде одинаковые. И стали говорить про шампуни этой серии HRX. И девчонки, да, вообще говно просто. Вот так вот. И я говорю, девчонки, вы что, HRX? Вы просто не умеете мыть волосы. Сейчас вам расскажу. Сначала про кондиционер. Это серия Climate Control. Мне очень нравится. У меня вот в запасе лежит, наверное, 3 или 4 набора. Как-то они были по акции, я взяла сразу их побольше, потому что зимой это просто сказка. Особенно кондиционеры, они вот убирают всю статику и волосы под защитой, потому что перепады большие, холодно, влажность высокая бывает, в помещениях сухой воздух. Это, конечно, для волос стресс. И вот этот кондиционер, и в принципе, вот эта парочка Climate Control, она классная. Рассказываю, как правильно мыть волосы шампунем серии HRX. Серия профессиональная. Соответственно, состав очень сильно отличается от всех других в Oriflame серий. Что нужно делать? Хорошо намочить волосы. Вот я сегодня, кстати, мыла голову. Шампунь получила новинку, как раз в субботу была распаковка, серия HRX для окрашенных волос, красная упаковка. Вот я им сегодня мыла голову, смотрите, какие волосы. Что нужно делать? Хорошо промочить волосы, прям чтобы они напитались водой. И в ладошку я налила вот пол чайной ложечки, прям капелька. И я начинаю вот так вот, знаете, так взбивать, маленькая пенка появляется, и я аккуратненько переношу на корни. Опять чуть-чуть раз, в этом месте, раз, сюда, раз, затылок. Все, и аккуратненько помассировала, пены нет, вот ощущение, что нифига ничего не происходит. Смываю, беру опять такую же маленькую лепешечку, вот прям капелька, даже не чайная ложка, но точно говорю, что это вот прям вот такая маленькая капля. И опять начинаю, раз. Ты куда побежал? Раз на корни, раз, ту-ту-ту-ту-ту-ту, чуть-чуть, вроде бы как даже вспенилась, немножечко. Помассировала, пены вот такой вот никакой нет, абсолютно ее не должно даже быть.
и смыла. Как видите, волосы, вот они просто чистых, тех сегодня затрепало, потому что были съемки, я их то туда, то сюда, то в пучок, то хвост, они мне мешали, потому что мы друг друга фотографировали, я их то закалывала, постоянно руками трогала, и вот я с ними весь день, как видите, да, они такие чистые, шелковистые, легкие. Вот нет никакого ощущения, что они липкие. Если же вы будете мыть, как обычно мы привыкли, там, да, такая гора шампуня, пену навели, вы никогда не промоете волосы. Настолько он ухаживающий, он волос обволакивает, он его оберегает, сохраняет цвет. Кстати, мне сказала одна мастер, что мне не нужен специальный шампунь для после кератинового выпрямления, просто любой шампунь. Но лучше, говорит, если это будет шампунь для окрашенных волос, тогда он сохранит лучше кератин. Попробую, я не знаю. Одна мастер говорит, нужно брать за 2000 шампунь. Очень дорогой, как бы я не хотела такой дорогой покупать, потому что не вижу смысла как бы 2000 давать за шампунь. Я просто привыкла, в Oriflame шампунь берешь, он примерно 200 рублей выходит уже со скидкой. И когда мне говорят 2000 за такой же объем, ребят, ну один раз я взяла, да, правда. Я даже потом еще один шампунь заказала в серии в компании Сибирик, вот это Siberian Wellness, это Сибирское здоровье раньше была фирма. Они так хвалят свои шампуни, тоже бессульфатные. Ну полная хрень, вот простите меня, но это хуже шампуня. Вот насколько у меня Миша, он такой не избалованный в плане, он любой берет, ему все классно для его волос. И то он сказал, слушай, я такого говна в жизни не видел. Ну извините, но это факт. Если мне что-то нравится, я всегда хвалю, вы знаете. Но если это, ну вообще никак, мы просто не смогли его даже использовать, это ужасный шампунь. Зато вот сейчас покажу мой любимчик. Два любимчика. Это серия для ухода за лицом, антивозрастной комплексный уход. У меня в руках экологен и гель-тоник Novage. Вы знаете, гель-тоник, он во всех сериях одинаковый, кроме серии для чувствительной кожи. Потому что много разных вариантов. А вот крем для лица, он просто невероятный. Во-первых, он идеально подходит для вот такой кожи возрастной, когда уже есть морщинки, мимика, плывет что-то, да, там. То есть он прям с морщинами работает очень классно. Баночки мне хватает где-то на 3,5, на 4 месяца, ну, может, даже на 3. Так, я не экономлю. То есть я прям беру много и много наношу. И мне нравится состояние кожи. Если кто-то не знает, мне уже 48 лет, в мае будет 49. И я пользуюсь только вот Wellness и Novage. Я ни разу не была у косметолога. Я только два раза, не два курса, а два раза делала массаж лица. Это было зимой как раз. Был такой у меня эксперимент. Я попала к девочке на массаж тела, нашла в Инстаграм, познакомились, пригласила, я пришла, она делает нереально крутой массаж, и она рассказала, что она делает массаж лица. Я вот просто из-за того, что я ей доверила, увидела, как она работает, поговорила с ней, я ей доверила свое лицо, потому что я очень боюсь, что мне что-то там не то сделают и навредят. И она мне сделала массаж, он реально круто. Знаете, что он сделал? Мышцы как будто, вот, знаете, подтянулись, и отек ушел, то есть лицо стало такое прям, такое классное. Я сделала фотки до и после, на них так было видно разницу, вот прям как будто, знаете, оно постройнело и подтянулось, вот это все натянулось, классно. Но больше все равно не пошла, очень больно, я чуть не плакала, я орала. Она мне говорит, я делаю тебе в пол силы, это на самом деле нужно делать еще сильнее. Я говорю, я умру, наверное, если ты мне сделаешь еще хоть на миллиметр сильнее. Так вот, эти средства работают очень круто. И я чередую две серии. Я беру Ultimate Lift или Экологен, потому что они абсолютно разные, в них разные стволовые клетки и разные задачи решают. Потому что Ultimate Lift работает именно с... Вот, ее задача этой серии – омолодить клетку фибробласт, которая отвечает за выработку вот эластина и коллагена, и все. То есть я делаю эту серию, клеточка омолаживается, и на автомате, да, пролонгированный эффект работает. Я беру и коллаген, потом раз в год я опять делаю Ultimate Lift, чтобы опять эту клетку
включить, и лицо сразу, сразу моложе, сразу вот, вот все вот тут вот подтягивается, как бы разравнивается. Очень хорошо. Ну и как видите, глубоких морщин тоже нет. И мимики такой вот, прям сказать, что очень сильная мимика, я бы не сказала. Конечно, ну зона глаз, да, есть, ну где-то тут носогубки. Есть легкий залом, межбровка, ну даже у 25-летних есть такие же морщины, и как-то, да, с этим все-таки можно жить, ну, не критично, не критично, чтобы идти к косметологу. Так, что здесь еще? Вот еще у меня крем один закончился. На самом деле он такой вот был. Тут 30 мл, это мультифункциональный крем серии Optimals. Второй раз беру, первый раз был в прошлом году летом, и в этом году опять его взяла, потому что он с SPF 50. Я его даже за лето не вымазала, потому что я, естественно, не им одним пользовалась, старалась им пользоваться вот где-то на прогулках. То есть если я знаю, что я сегодня буду весь день гулять, много мотаться, я им пользуюсь, потому что он более плотный, чем экологен. Он более плотный, его, я его, да, он потяжелее, потому что SPF высокий, а SPF он утяжеляет крем. И, соответственно, он тоже не дешевый, как бы хоть и серия Optimals, он тоже стоил где-то, ну, рублей 600, может быть, не помню точно. Но крем классный. И я знаю, что многим он не нравится, особенно когда кожа жирная, потому что он реально, он такой прям, ну, он сытенький, я их называю, такие крема. Есть легенькие, его нанесла. Легкое увлажнение, кайфуешь. Вот, кстати, сейчас серия Wound новая вышла. У нее как раз средства увлажняют, но не тяжелые, и в них нет SPF. Если вы попробуете, вы влюбитесь в них, потому что наносишь, лицо такое мягкое, увлажненное, и не утяжеляют. Конечно, они удивительные новые продукты. Так, что здесь еще? Слушайте, у меня очень редко заканчиваются ароматы. А сейчас я вот как раз в прошлый раз рассказывала, я решила как делать. Я беру один аромат, в котором осталось, ну, может быть, вот так, ну, чуть-чуть уже, меньше половины. И я им пользуюсь каждый день. Просто утром, в обед могу подойти, вечером. 1, 2, 3 раза в день я пользуюсь, пока его не закончу, чтобы немножечко опустошить свою коробку. И в основном беру такие вот. Антиквариат, можно сказать, раритетные ароматы, и это один из них. Кто помнит, кто его также любит, честно, сейчас как бы не расплакаться, потому что я, когда его последнюю капельку выпшикивала, я говорю, прощай, аналогов не встречала. Аромат называется My Naked Truth. Обнаженная, по-моему, правда, что-то такое вот название. Слушайте, он удивительный, знаете, в каком плане? Я его бы назвала таким вот, как хлопковый, как вот, знаете, такой, вот проснулась я утром в нежной розовой пижамке на тоненьких лямочках, в белой-белой постели. И она, как раньше, да, крахмалили вот и постели такие, они чуть-чуть как бы похрустывают, но это было приятно, сейчас не крахмалят. И я просыпаюсь, и вот я такая вот чистая, чистая вот нежность, я потягиваюсь, а за окном морозец. Вот такая ассоциация с этим ароматом. А мне так хорошо, и у меня одеяло, оно, знаете, такое вот пуховое, то есть оно теплое, как облако. Если кто-то знает, мы вот в деревне росли, и у нас были как раз гусей держали специально, их ощипывали, а пух собирали, промывали его, просушивали и набивали им подушки и одеяло. Вот у меня одеяла уже нет, у мамы есть, потому что оно слишком теплое, у нас уже нет таких холодов, потому что раньше печку топили, ложишься спать жарко, а под утро ды-ды-ды-ды-ды-ды-бак, потому что не было этого центрального отопления, и утром опять топили печку и грелись. Так вот, у меня поэтому такое вот вылезла такая картинка, такая ассоциация интересная. Я обожаю этот аромат и реально прям без него буду очень скучать. И не знаю, выкину я флакон или нет. Наверное, выкину. Решила все выкидывать, избавляться от старого, ненужного, от хлама, чтобы его не было. Слушайте, ой, сколько зубных паст. У нас параллельно вот мы используем сразу 4 зубные пасты. Для чувствительных зубов отбеливающая, освежающая и, скажите мне, как она называется, еще одна? Травяная, травяной комплекс.
Все четыре сразу. И кто какую хочет, тот такую берет. Иногда отбеливающую возьму. Зачастую для чувствительных зубов, потому что на ночь особенно делаю легкий массаж, держу ее подольше на деснах. Можно даже как масочку делать, как она круто помогает. Вот бывает такое, что горячая, холодная, сладкая, начинаешь зубы реагировать, и ты понимаешь, к зубному. А это могут десны немножечко как вот приобнажаться, да. Сразу я делаю масочку из вот этого состава для чувствительных зубов, подержала минутку-две, сколько можно, и потом аккуратненько мягкой щеточкой почистила зубы и выплюнула, промыла. Все, ребят, забыли про все неприятные ощущения. А отбеливающая, она реально круто помогает поддерживать приятный оттенок зубов, потому что постоянно кофе, чай, какие-то бывают ягоды, красящие зубы. Вот у меня сейчас любимый мой черный виноград. Его поешь, язык фиолетовый, даже темнее вот этой коробки, аж черный. Зубы тоже, поэтому паста, конечно, она необходима отбеливающая, но я ее не злоупотребляю, потому что эмаль все равно как-то может от этого пострадать. Крем для рук тоже я использовала, крем с арникой. Давно не брала такой крем, и почему-то думала, что вот вся вот эта линейка вот таких вот кремов, их очень много разных, с персиком, с кокосом, алоэ был, облепиха, авокадо, олива, то есть их разных очень много. И я почему-то думала, что они все одинаковые консистенции, такие легенькие-легенькие. Но арника меня удивил, потому что я его раньше почему-то не брала, у меня его перехватывали всегда клиенты. И я себе старалась взять что-то повкуснее, персик, кокос. А это, знаете, так захотелось, даже вот сейчас авокадо крем себе заказала. Хочется иногда такого чего-то вот более простого, ненавязчивого, не сладкого. И он оказался густой. Он оказался по консистенции более густой, плотный, такой приятный, чем вот все вот эти вот фруктовые. Вот удивилась, прям удивилась. Так, это дочка отдала. Масочка с вербеной, она именно вот очищает хорошо кожу. Кстати, сама жиденькая по составу, но вот она ее прям всю до последней капельки вымазала. Маска классная. А у меня, кстати, точно такая же. Я купила тогда 3 одинаковых, ей дала, и 3 себе, вот такие мини-масочки. Они, кстати, не дешевые. Если сравнить, у нас есть маски серии там чайное дерево и лайм, кокос и, подождите, алоэ, кокос, да? Они гораздо, получается, дешевле, чем вот этот малыш, потому что 139 рублей, в следующем каталоге, по-моему, 149 будет стоить. А вот этот гигантские маски, они бывают порой, ну, до 200, но они больше, в них 75 миллилитров, а здесь 30. Но маска классная, а мы, как говорится, на своей коже не экономим, соответственно. И вот, что я вам еще покажу, это тоже дочка отдала. Бальзам. Бальзам для губ, помните, это серия «Русалочка», по-моему. У него практически нет аромата. Так вот, знаете, хотя для детской серии, мне кажется, нужно делать вкусные ароматы. Раньше был такой мини-маус бальзамчик, я его обожаю. У меня даже немножечко остался еще последний, вот прям домазываю, больше их нет. Но он прям вкусненько пах ягодками, да, по-моему, как клубничкой. Этот практически без аромата, поэтому я тоже таким пользовалась, но тот был лучше. Его дочка использовала. Обожаю такие, знаете, как гигиеническая помадка. Слушайте, а вот это, наверное, даже не буду выкидывать, потому что уже такую баночку купить нельзя. Это смягчающее средство. И сейчас сделали новый дизайн. Если вы видели, настолько удобно они придумали. Здесь горлышко такое узкое. И когда нужно было доставать средство, то вот даже если сейчас постараюсь, то там еще есть, потому что вот под этим бортиком там его много, и он без запаха абсолютно, нет аромата. А сейчас сделали баночку, открываешь, и нет горлышка, она сразу как стаканчик, такая прям пам, и прям яичко, прелесть просто. Я тоже себе заказала, но оставлю эту баночку просто на память. У меня, кстати, есть баночка, крем, сейчас Мишу попрошу мне ее дать. Миша, крем, который был, когда я только пришла в Oriflame, а я уже 23 года с этой компанией. И иди сюда, мне твоя помощь нужна. Открой шкаф.
Открой шкаф. И вот, по-моему, внизу в корзине лежит банка из-под крема Oriflame. Посмотри. Нет, нет, вот корзина стоит. Вот в ней поищи. Белая банка такая круглая. Нету? Или повыше где-то, глянь глазками, увидишь. Она большая такая банка. Белая с розовым. Нету? Вот она, точно. Угу. Внимание на экран. Вот эта банка. Представьте, когда я только пришла в Oriflame, 23 года назад, я маме заказала вот эту серию всю. И мама сохранила банку и недавно мне ее отдала. Представляете, даже ее не помыла, но неважно. Даже, кстати, не воняет, хотя я вижу там прям остаточки крема, даже нет такого мерзкого запаха. Ребята, я говорю, мам, ты как ее сохранила? Она говорит, а мне, знаешь, мне было так интересно, потому что я вот занимаюсь, и ей так это все нравилось, как я изменилась, как у меня глазки горели, как я там бегом бежала на эти все встречи. Она даже приезжала из деревни, чтобы посидеть с Лерочкой, чтобы я съездила на лекцию косметолога. Представляете, вот ей не лень было переться на электричке в 6 утра, переться ночь, считай, в ночь. Я съезжу, бегом прилетаю обратно, она опять бежит на электричку, там полчаса идти до электрички, потому что мы так неудобно жили. Вот. И мама это делала, и она говорит, а я сохранила. Просто вот мне было интересно, как это все будет меняться. И представьте, какие стали потом, да, тюбики появились, потом вот эти дорогущие банки стеклянные стали делать. Там, ну просто вот, это история Oriflame, и вот этот логотип. Видите, он тут и тут сохранился. Это так круто! Поэтому я вот тоже сохраню, буду передавать с поколения в поколение баночки, пустые баночки. Круто! Кто помнит такое? Мне кажется, это настолько уже обновился весь состав Oriflame. Редко кто так долго-долго уже в этой компании. Все, у нас с вами завершают вот такие многочисленные пакетики. Сейчас посмотрим, что использовала за этот месяц. Я делала один раз тканевую маску. Да, каюсь, люблю эти маски, но очень редко делаю. Я не знаю почему. Мне как-то больше нравится взять маску, либо ночную, я люблю Novage, или вот тюбик быстро открутил, жу-жу-жу. А это нужно достать, нанести ее. Она еще может шлепнуться, но благо у меня есть силиконовая маска, я сверху ей прижимаю. Ну, как-то для меня это хлопотно, долго. Поэтому маску люблю, вижу эффект, но не часто пользуюсь. Следующие два. Шампунь с углем. Почему-то всего два. Но, кстати, мне пакетика хватает на три раза. Я один раз им мою голову, а потом уже шампунем другим мою. И вот один я, один дочка использовали. И использовала одну только масочку с авокадо. Вот такую вот. А я, кстати, себе сейчас еще купила бальзам. Бальзам Арктик. Арктик. Не в Oriflame купила. Бальзам в магазине профессиональном для волос. Именно который вот убирает желтый цвет. Если вы видите, у меня цвет волос немного поменялся. То есть вот вся вот эта вот все-таки желтизна, которая есть от этой краски. А вот этот бальзам, кондиционер, он ее как бы немножечко съедает, что ли, нейтрализует. Вот. Мне очень нравится. Какой-то более такой благородный, что ли, цвет получился. Поэтому масок не очень много в этот раз использовалось. Делала один раз патчи. Вот эти гидрогелевые, классные патчи. Я не могу сказать, что с них прям вот такой охренительный эффект. Простите, да, за мои русские, но ну, нравятся, все равно они мне очень нравятся. Как будто эти все припухлости убирают, потому что у меня как-то один день я встала, мне так не понравилось, как я выгляжу. У меня какой-то был сильный-сильный недосып. Я встала такая, боже, что со мной? У меня даже какое-то лицо не мое. Я быстрее эти патчи прилепила. Фух, Лиля вернулась. Мне это очень понравилось. И вот эти патчи обожаю. Вот с киви. Вот классные, я их вот каждый раз делаю, а у меня получается, вот две пачки за этот месяц у меня получилось. Ну, одну дочка мне помогала, тоже использовала. Вот мне, какая мне нравится, они мне вот сразу вот эти все припухлости убирают. Кто-то пишет, фигня, фигня, какая фигня, классные патчи. Я себе такой запас сделала, чтобы они у меня всегда были. Но заканчивается одна, я тут же другую открываю, ставлю. И я через день, через два, бывает через три, я одну беру, чик, разрезаю под глазки. И я просто, мне сразу настроение поднимается, раз.
Второе – это убираются отеки и смягчается вся кожа, мимики вот такой уже нет выраженной. Все, пусто. Фух, какой крутой обзор получился, длинный. Надеюсь, вам было интересно послушать, как я вот люблю продукцию, настолько мне нравится. Даже вот попались раритетные продукты. Раз, два, три. Так что жду ваши отзывы, пишите, не стесняйтесь, можете меня прям хвалить в комментариях, можете не хвалить, как бы я тоже на это сильно не реагирую, я реагирую только на конструктивную критику, если действительно что-то прям вот вы мне даете классные рекомендации, если заметили, мы потом все это применяем. И благодаря таким вот конструктивным рекомендациям наши ролики всегда улучшаются, и мы стараемся быть лучше и лучше с каждым разом. Я вас благодарю за внимание, всех вам благ желаю, хорошего настроения и прям вот классных результатов от продукции Oriflame. Люблю вас всех, до новых встреч, пока-пока!